Всем привет! Привет! Сегодня мы будем рассматривать комментарий, который вы написали нам. Итак, комментарий от Ясмины. Ясмин предлагает поставить задание на место: покрасить волосы в красный цвет, торт в лицо. Торт в лицо. Все. Итак, следующий комментарий. Комментарий от Гриши. Гриша, привет. Так, Гриша нам предлагает снять видео челлендж про цвета, где мы должны будем ходить в одежде этого цвета, который выпадет нам, есть эту еду, покупать эту еду того же цвета, который нам выпадет в колесо фортуны. Так, следующий комментарий твой. Комментарий Ксюши. Ксюша предлагает покрасить волосы синий цвет. Да, с красными волосами еще куда-то можно сходить, а с синими это вообще жестоко будет. Я представляю, как это будет синий. Да. Это не факт, что мне выпадет. Может, и тебе выпадет. Теперь клеим. Не выпадет мне. Все? Все. Твое задание приклеили. Так, теперь коммент от Виталия Ильина. Виталий возмущен, что Катю засудили в видео, где мы лопали шарики, и он предлагает, чтобы судья-оператор был покрашен в этот цвет. Это будет очень интересно. Принимаем твое предложение и берем вот стикер и клеим его на колесо фортуны. Ой. Все, Виталий. Наверное, это будет исполнено в ближайшем будущем. Всем пока. Встретимся в наших челленджах.